У Беларуси могут скоротить термины планового отключения горячей воды летом. Зараз Министерство жилево-коммунальной господарки совместно с теплообеспечальными организациями проводит ответный анализ. Резерв заключается у реконструкции сеток, для чего необходимы значные объемы финансования. Покуль же горячая вода с крана у горожан зникая на 2 тыдні. Наво что ее отключают, ведают наши корреспонденты. Скоротить термины ремонту и повеличить межремонт и период можно одним способом. Для этого все сетковые трубопроводы должны быть заменены попередними изолированными трубами. Это такие шталевые трубы только с заводской изоляцией. Верхняя полиэтиленовая баллонка предухиляет попадание вильгати на трубу. А нема контакту с звонковым осяродьем, значит нема коррозии. Термин службы такой трубы 50 годов, а звычайной сталевой 25. Миновитый переход на пи-трубы дозволил отойти от штогодовых гидравличных выпробований у Европе. У Беларуси выкористовывать новое поколение труб почали каля 5 гадоў тому. На сокращение вот этого времени 14 суток. Мы уже довольно давно практикуем это сокращение. Первое, мы начали это в центральном районе. Значит, там имеются для этого все возможности, потому что все основные стволы и основные ответвления там уже оснащены пи-трубами. Соответственно, мы имеем все возможности для того, чтобы после проведения гидравлических испытаний, от которых, как я уже сказал, отказаться нельзя, ну, почти сразу же после окончания этих испытаний начинается включение наших трубопроводов в работу. Ну и, соответственно, если готовы потребители, они тоже могут это делать сразу же после нашего включения. Час на протягу якого проходят ремонт и выпробование залежить от стану теплосеток у тымти иншим микрорайоне города. И у любым выпадку не превышает 14 суток. Безумовно, там, где теплосетки новые, выконываются только профилактичные работы. На участках, какие долго находятся в эксплуатации, выправляют выявленные дефекты. У тымлику со изменой трубопровода. У 3 з 5 районов гомельских тепловых сеток профилактичная проверка уже завершена. Выпробование засталося провести еще у 2. На этом тыдні горячая вода изникла у заходнем районе теплосеток. У паўднёвым отключить 17 липеня. В 3 районах уже испытания тепловых сетей прошли. Осталось еще 2 района. Расскажите, в этих 3 были ли выявлены какие-то нарушения, какие-то проблемы? Приходилось ли что-то ремонтировать? Ну, естественно, для этого испытания и проводятся, чтобы выявить слабые места на трубопроводах, поэтому все повреждения были устранены и районы были включены в срок. Ну, серьезные были какие-то нарушения, а серьезные аварийные ситуации, связанные с испытаниями тепловых сетей? Ну, серьезных нарушений не было, все, как говорится, в штатном режиме. В основном это что? В основном это повреждения трубопроводов из-за наружной локальной коррозии. Подробязный сюжет на эту тему глядите у неделю в программе «Новины тыдня» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джалая, Анастасия Кучинская, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».